В 17 серии турецкого сериала «Ребенок» мы увидим, что Элиф замечает, как ведет себя Али и его жена, и что они словно чужие. Такого не скажешь про дядю Хасана и Акчу, которые постоянно обнимаются и целуются. Элиф спросил у Али и его жены, почему они никогда не обнимаются, ведь между матерью Хасана и отцом отношения довольно напряженные. Женщина говорит о том, что никто не имеет права угрожать ей первенцем. Много лет назад отец Хасан по определенным обстоятельствам убил молодого парня Али, и эта тайна была известна девушке. Акча также была в курсе этого и, не скрывая, заявила в лицо человеку, которого она считала убийцей. Отец Хасана начинает угрожать дедушке и говорит, что после того, как он убил Али, то закопал его, и если потребуется, то деда закопают намного глубже. Али обращается с просьбой к Акче о том, чтобы она не писала заявление на опекунство в отношении Элифа. Акча отнеслась понимающе, и, может быть, им удастся договориться. Али переживает из-за того, что мальчик врет свое сердце и наблюдал за тем, как за него воюют родные. Хасан говорит о том, что пока он не отомстит за то, как поступили с его отцом, то он не успокоится. И Хасан хочет знать имя той змеи, которая так незаметно подкралась к его семье. Все, что будет дальше, мы узнаем из 17 серии, которая выйдет 21 января на канале Star TV. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.